It's not all about the money, not all about the fame, not all about the money, 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 money. It's not all about the money, not all about the fame, not all about the money, 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 money. Сегодня в Витебске на поле центрального спортивного комплекса футболисты Батэ вместе с футбольным клубом Витебск откроют 23-й тур чемпионата Беларуси. А за кого болеете вы? Расскажите, какого футбольного клуба у вас на шее шарф? Я стесняюсь сказать, футбольного клуба Батэ. А болеете, стесняюсь спросить, за кого? Конечно же, за Батэ. А с каким счетом, думаете, закончится игра? 3-1. Я надеюсь, что 8-0. Черник забьет с пенальти, забьет Гайдучик и забьет Гордичук. Кто победит? Витебск! С каким счетом? Витебск победит 5-0! А если победит Батэ? Можно верить! Витебск! Витебск! Только победа! Бело-синий самый сильный! Как бы было не плачевно, Батэ на не то что голову, на 3 головы сильнее Витебска. И по этой игре видно, что, к сожалению, мы можем, наверное, проиграть. Надеемся, что наши все-таки вытянут, они у нас молодцы. А сейчас какой счет? Сейчас 1-2. Мои. А, а за кого ты болеешь? За Витебск. Какой счет сейчас? 0-2. А, точно? Да. А кто выигрывает? Батэ. Девушки, которые любят футбол, это миф или реальность? Реальность. А за кого болеете? За Витебск. За Витебск. За Витебск. А как думаете, кто победит? Я думаю, Батэ. Почему? Ну, потому что я когда всегда смотрел телевизор, она всегда выигрывала. А если они проиграют? И что? Ты будешь говорить всем, что болел за Витебск? Нет, за Батэ. На 100% уверен, что сегодня победим. И было предчувствие, что получится гол забить. Это тяжело писать словами, но такое чувство было.